Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве HTC Desire 628 включить функцию загрузки приложений из неизвестных источников. Для этого открываем настройки, затем переходим в раздел «Безопасность» и находим здесь неизвестные источники и разрешить установку приложений из неизвестных источников. Включаем данную фишку и теперь можем устанавливать приложения через неизвестные источники. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.